Всем привет, друзья! Я вам хочу показать обрезку молодых саженцев винограда, как обещал. Я вам покажу на примере двух кустиков разных сортов. Это у меня Бианка, и второй будет, название точно не уточнил, написано было как зеленый ранний, у Чудопалова женщина брала. Ну, не так важно. Смотрим. Объясняю. Вот у нас шел штамп, то есть у каждый человек, я заметил, говорит по-разному. Одна летка, двухлетка, трехлетка, я вам буду говорить по-своему. Ну, думаю, это будет понятно. То есть этот саженец у меня встречает вторую осень. В прошлом сезоне, скажем, вот он, это мои укорененные черенки, вот он штамбик. От него шел побег, вот он засохший, видим. И из этого побега я его обрезал в том году на 4 почки. Я выбрал в этом году 2. Вот с этого росточка, от штампа которого шел, мы выбираем 2 почки. Вот они у нас выросли, 2 почки. Теперь эти 2 мы обрезаем, также оставляем на каждом 1, 2, 3, 4. Ну, я вот возьму 1, 2, 3, 4, 5. Я возьму по 5. И здесь также 1, 2, 3, 4. Ну, здесь возьмем 4. Вот. Не жалея, прямо обрезаем и оставляем 2 вот таких, назовем их рукавчиками, рукавами, да? 2 лозочки. Из этих лозочек в следующем году мы возьмем также весной, сформируем отсюда 2 и отсюда также 2. Выберем самое мощное и вырастим 4 рукава, которые следующей осенью будем также обрезать. Ну, это я уже покажу в другом видео. И есть видео на моем канале, как из двух вот этих лозочек формируется 4 рукава. Ну, в общем, и так, думаю, понятно. Оставляем на зиму вот в таком состоянии. Потом я вот эту яму дополняю грунтом и накрою 5-литровочкой и закопаю ее. Вот так. Пойдем, пройдем к другому кустику, такому же. Там покажу обрезку. Он у нас находится недалеко. Я разбил здесь виноградник в этом сезоне с весны, вот сейчас осень. 9 кустов посажено. И на всех я видео показывать не буду, потому как я выбираю те, на которых удобнее показывать. Потому что на некоторых по 3 выросло, на некоторых вот так по 2. Вот здесь лоза помощнее. Также отступаю на 4 глазка и откусываю. 1, 2, 3, 4. И откусываем. Оп. Все. Веревочки эти все потом я поубираю. Вот так бирки и теряются. Бирки я делаю из рекламного пластика. Хорошая штука. Царапается простой шариковой ручкой, и потом видно надпись. Так вот мазанул чем-нибудь, вот раз, и она видна. Итак, вот видим, осталось 2 лозочки. Из них также я в следующем сезоне возьму 2. Одну отсюда, скажем, одну отсюда. И ту же так, тут и тут. И выращу 4 рукава. Важно, чтобы лоза была вызревшая. Если попадаются тонкие побеги, я вам покажу сейчас на другом кустике. Вот тут рядышком. Здесь вот тонкие побеги. Я, скорее всего, не буду вот этот вот оставлять. Я оставлю всего лишь один. Видите, разные сорта по-разному растут. А здесь у меня вот 1, 2,
3. И четвертый, вон тот худенький побег, естественно, я удалю. Здесь я оставлю 3 рукава. Здесь более мощный куст. Тоже название бабушкина, американский чудопалово. Попробуем, что за сорт. Это в следующем сезоне будут сигналочки. И мы узнаем точно название сорта на форуме виноградарей или у других знакомых виноградарей. На этом заканчиваю свое видео. Благодарю всех за внимание. С вами был Александр, клуб садоводов Хабаровск. Всем пока!